Господин Хичкок, почему вы всегда снимаете фильмы, полные тайн? Ну что ж, жизнь — это одна большая тайна, не так ли? И всегда таковой была. Думаю, тайна интригует людей. Узнать о вещах, о которых они ничего не знают. Вот что значит тайна. Но, безусловно, не настолько чувственна, чем та, какой вы заставляете ее казаться. Жизнь более чувственна. По-моему, как писать фильм? Фильм — это жизнь, из которой вывели пятна скуки. Вы рассматриваете таинство, форму загадочности в фильме как спасение для себя? Возможно, спасение от своих страхов? Наверное, именно так все и началось. Я предполагаю, это началось, когда я, 6-месячный, еще был в объятиях своей мамы. И она мне сказала «Бу!» и испугала что-то во мне. Вы понимаете? Можете вы вспомнить любой случай из вашей жизни, когда вы были напуганы как ребенок? Есть одно смутное воспоминание, когда я был напуган полицейским. Я думаю, что когда мне было, наверное, года 4 или 5, меня отправили в местный полицейский участок и закрыли в клетке в виде наказания по ошибке. Или я не... Я думаю, я даже не знаю, за что это было. Но в то время я, наверное, был несправедливо взят под стражу. Но дело в том, что психиатр будет всегда говорить тебе, что если у тебя есть укоренившийся глубоко в тебе страх, и происходит он от чего-то из детства, ты можешь вернуться и освободить его. Но это не обо мне. Я до сих пор боюсь полицейских. Вы бы назвали себя пугливым человеком? Крайне пугливым. Я боюсь всего. Существует ли одно единственное правило, незаменимое для режиссера, который хочет напугать зрителя? Я думаю, он должен понимать психологию публики. Также ему следует знать, что зрители любят наслаждаться тем врожденным, тем, что является страхом, который появился, когда мама сказала «Бу!». Однако по какой-то необъяснимой причине они любят, как сказать, дотронуться кончиком пальца ноги до холодной воды страха, чтобы узнать, каково это. Вот почему они идут на американские горки и кричат, а затем хихикают. Девушки идут на горки и поднимаются все выше и выше, и вдруг, когда они уже слишком высоко, они напуганы и снова летят вниз. Они все так делают. Ваш новый фильм называется «Психо». Можете вы что-нибудь рассказать о нем? «Психо» — это моя первая попытка в жанре ужасов. Другими словами, в нем были некоторые эпизоды, которые действительно пугают. В каком-то смысле его можно назвать фильмом ужасов. Но ужас приходит к вам только после того, как вы посмотрели фильм. Когда вы идете домой, во тьме. Можете уточнить? Это вроде общей идеи фильма? Это молодой человек? Сыгранный Энтони Перкинсом, который управляет маленьким мотелем на 12 комнат, очень дешевеньким. И в старом доме за мотелем его мать, и она мертва. Ему стоило избавиться от нее, но он слишком ее любит. Так что вы можете представить, что происходит с посетителями мотеля. Вы однажды мне сказали, что актеры — это скот, который надо подталкивать. Могли бы вы рассказать больше об этом? Вы говорите, вы хотите сделать их еще большим скотом, чем они есть? Нет. Итак, я не... На самом деле, это шутка. Однако, они дети, понимаете? И всегда, когда работаешь с актерами, возникает одна проблема. Справиться с их эго. Однако, они должны иметь эго. И должны быть сверхчувствительными, иначе они не смогут сделать то, чего от них просят. Вы постоянно появляетесь в своих фильмах, господин Хичкок. Вы когда-нибудь хотели стать актером? Ничего подобного. Господин Хичкок, премного благодарен. С удовольствием.